чай вышел. Кирпичик вышел. Почему-то у меня здесь полилось странно. Скрутился вот такой фильтр, так что попробую закрутиться. То ли плохо был закручен, бензин хлестал, и вот такая вот фигня. Сейчас закручу, ладно. Вот, подточил, теперь не переливает. Закрутил фильтр. Вот такая фигня, бля. Ладно. На вот пучка. Первое движение лодочки. Ах, как здорово. Выбрался, я, блин, заманался вообще один здесь все это дело собирать, нюансы всякие. Блин, завел мотор, поработал и заглох. Оказалось, фильтр тонкой очистки внутри двигателя раскрутился. Гляжу, грушу подкачиваю, и бензин оттуда хлещет. Представляете? Вот так подкрутил, сейчас все вроде заработало. Начинаю обкатывать на малых оборотах. Смесь 1 к 25 сделал. Парни, вот я исправился, все, теперь жилет одел. Игорек меня тут
Поправил, молодец, напомнил, а то я что-то в таком состоянии возбужденном забыл все. И чеку. Вот. Ну, нет. Теперь все по правилам. Час обкатки прошел, сейчас буду чуть-чуть увеличивать скорость. Вот. Подключил эхолот, ребята, а моторчик-то пашет красавец. У меня здесь с оборотами, я не знаю, то ли это тахометр, я его что-то никак не могу настроить. Да, транец, конечно, явно здесь надо будет поднимать, мне кажется. Как раз я его сделал и подниму. Ну, короче, вот второй час обкатки. Достаточно легко выходит на глиз, в общем. Блин, короче, балдею. Друзья мои, ну, смотрите, как здесь красиво. Ай, лодочка моя красивая, и все у меня красивое. Откатывается второй час. На глиз выхожу в одного 33 километра. Катает меня. Много нюансов за эти два часа. Кресло надо дорабатывать, блин, винтики другие просверлить, и холод, блин, чуть потерял. Пять минут имею право на такой скорости. Датчик тут подает.